я тебя приветствую. Меня зовут Кира Штафун, я рада с тобой познакомиться. Знаю, что староеды, как правило, люди позитивные, счастливые, гармоничные и живут осознанно. Мне будет сегодня особо приятно с тобой побеседовать на тему староедения, моностароедения. Денис, расскажи, пожалуйста, помнишь ли ты момент своего перехода на староедение, на моностароедение? Какие силы тебя сподвигли на этот шаг? Почему ты совершил переход? Здравия, Кира, здравствуйте, друзья! На связи с Раей Денис Терентьев. Я с радостью отвечу на все ваши вопросы, тем более, что буквально через несколько дней моему сыроедному пути исполняется 4 года, что будет как нельзя кстати в этом плане. А также люди будут иметь возможность узнать из первых рук, как обстоят дела с сыроедной эстезией у меня на сегодняшний день. Итак, ответ на первый вопрос. Какие силы способствовали моему переходу и как, собственно, все это у меня происходило. Ну, отвечать я буду не слишком развернуто, потому что времени тогда на это уйдет очень много, хотя это очень все интересно, поэтому буду отвечать по возможности, не слишком вдаваясь в подробности. Все началось у меня с самого детства, когда мне всегда нравилось это, видимо, во мне как-то прошито, меня всегда интересовала тема самосовершенствования человека, то есть раскрытие его, в первую очередь, какого-то духовного потенциала. И меня это всегда очень сильно привлекало. И с ранних лет как бы я об этом думал, и меня всегда интересовал, среди прочих, вопрос такой, почему человек уже после какого-то небольшого промежутка времени начинает его ключевое слово такое — качество жизни, которое я очень люблю употреблять, именно мироощущение, уровень мироощущения, уровень качества жизни, почему после какого-то небольшого срока, допустим, после примерно 25 лет, а сейчас это даже и раньше, у подростков вот это мироощущение, оно начинает блекнуть, и как бы оно такое какое-то совсем у большинства людей слабенькое. И параллельно с этим у человека в этот же период времени почему-то по каким-то непонятным причинам начиналось ухудшение здоровья. И я никак не мог понять ответа на этот вопрос, почему так происходит. Ведь вроде бы человек, вершина эволюции, должен процветать и быть всегда счастливым и так далее, но то, что я видел вокруг себя, совершенно это не подтверждало. Я, конечно, начал этот вопрос изучать уже, когда возраст у меня был такой, ближе к 20 годам, я начал изучать и этот вопрос в числе прочих. То есть я очень много читал с самого детства. Вот. То есть у меня все начиналось с психологии. Я даже учился на психологическом факультете. Вот. И в том числе я задавал такой вопрос врачам. Почему так происходит? То есть я приходил к врачам, и, собственно, мы разговаривали на эту тему. И они мне, разводя руками, говорили: ну вот, это такой естественный процесс, потому что процесс старения, он естественный, как бы ничего тут не сделаешь, живем один раз, и приготовьтесь, так сказать, к старению и к болезням. Ну, вы, конечно, можете их маленечко отсрочить или чуть-чуть как-то там их приподнять, их немножечко так ослабить, все это влияние, но это неизбежно. Также они толком не объясняли, почему на мои вопросы, вот, опять же, в этом возрасте, вот даже уже сейчас, почему молодеют болезни, почему так много медицинских исследований, но результаты такие никакие, можно сказать. Вот. И они также разводили руками и говорили, что смиритесь, это все естественно, болейте, приготовьтесь к болезням, потому что такова соляви. Вот.
Ну, конечно, врачи были для меня авторитетом на тот момент. И я всегда после этих разговоров с непониманием, так сказать, жил дальше. Почему так происходит? И вот примерно в 2009 году на портале Правду.ру, привет моему другу Денису Фруктоеду, я обнаружил текст, который стал для меня точкой перехода, который стал для меня основой моей новой жизни. Я прочитал «Исповедь Изюма». То есть этот текст произвел у меня в голове эффект разорвавшейся бомбы. На данный момент, если оценивать его уже с точки зрения времени, которое прошло, конечно, этот текст, он произвел огромный эффект именно в плане призыва, но его ценность, насколько там все правильно написано в данный момент, сейчас я ее оцениваю примерно 25-30%, потому что изюм брал, вывешивал на флаг очень, этот, как я называю, такой лозунг «стрелять из пушки по воробьям». Он брал на флаг, и этот же лозунг вышел я: «Ешь все живое, и это и есть настоящее сыроедение, и ты будешь терминатор». Как оказалось впоследствии, это не соответствует действительности. Не соответствует на примерно 25-30%. Потому что, как оказалось позднее, и сейчас уже информации на эту тему все больше и больше, есть два основных понятия сыроедения, которые вот можно разделить на это: эффективное сыроедение и неэффективное сыроедение. Такое тоже имеет место быть. И, как правило, к сожалению, примерно 70-85-90% начинающих и со средним стажем практикуют неэффективное сыроедение или не в полной мере эффективное. И именно так я назвал свой сайт «Эффективное сыроедение» и группу ВКонтакте, которая образовалась несколько месяцев назад, чтобы доносить до людей то, что действительно работает. Вот. И отсекать в сети то, что не пускать туда, то, что не соответствует действительности касаемо этой темы. Потому что, как я уже писал в своих рассылках и публикациях, что очень много в сети циркулирует неправильная информация, которая ведет начинающих сыроедов в тупик. Это касается энзимальной теории, в том числе потребления высокобелковых продуктов и так далее. То есть подводных камней сыроедения хватает. Их нужно знать обязательно. И только тогда можно практиковать действительно сыроедение на очень высоком уровне. Ну, а как я перешел? На тот момент мне попалась также книжка Шаталовой, Галины Шаталовой. Я ее прочитал, она тоже очень интересная. Рекомендую начинающим, настоятельно рекомендую. Вот. И перешел на питание по ее схеме. Она допускала немного вареного. И я думал, что я пока что побуду вот так. Ну, хотя бы несколько месяцев или полгода, уже после того, как я прочитал изюма. Но как-то так у меня получилось, что в один момент я осознал, что я уже 5 дней как не ем ничего вареного. И вдруг как-то неожиданно для себя я сказал, что почему бы и нет. И почему бы не попробовать дальше, чувствуя себя хорошо, вес нормальный. И как-то вот я особо даже не планировал туда-то, но получилось все само собой. И потом прошло 10 дней, 2 недели, и я оказался, как описывал в своих отчетах, в свободном плавании. Уже берег оказался очень далеко. И, собственно, так началось мое сыроедное путешествие. Денис, откуда ты узнавал информацию о правильном переходе на сыроедение, на моносыроедение?
после того, как я изучил труд Изюма, я начал, конечно же, искать информацию в интернете. То есть я скачал все книги, которые только можно скачать на эту тему. Все их изучил. Вот. И дальше мне нужно было общение с живыми людьми, которые практикуют это в России. Соответственно, я нашел такие форумы сыроедные и зарегистрировался там. И продолжил получать информацию уже там. Конечно, что там творилось, да и сейчас творится на этих форумах, это настолько разношерстное высказывание, и там начинающий может просто сломить голову. Там есть совершенно противоположное мнение. И поэтому, если начинающий туда только сунется, он ничего не поймет там. Там есть маловеры, полуверы, фанатики, и кого там только нету. Поэтому я бы рекомендовал, начинающим, это читать соответственно проверенную литературу, которую вам порекомендует сыроед с большим стажем. И спрашивать советы также у сыроеда с большим стажем, но у которого все отлично. Потому что я знаю также сыроедов с большим стажем, у которых не очень все хорошо, а также сыроеды с большим стажем, которые до сих пор пропагандируют вот эти вот заблуждения сыроедения. Поэтому очень тщательно я рекомендую вам подбирать информацию себе в этом плане, чтобы не зайти в тупик и даже не получить ухудшение здоровья в связи с этим. Вот. Вот это бы я рекомендовал начинающим. И также, что еще я бы хотел сейчас отметить. Вся моя вот эта вот просветительская деятельность направлена на то, чтобы не для того, чтобы заставить людей перейти на сыроедение, а для того, чтобы они приняли свое решение. Мое глубокое убеждение в том, что смысл жизни человека в каком-то определенном ракурсе, контексте, в том, чтобы он был счастливым. Если человека все устраивает в жизни, ну, допустим, взять каких-то людей, какую-то семейную пару, которая сидит, они лежат на диване и едят чипсы. Если они от этого счастливы, пусть даже они там болеют или еще что-то, неважно. Вот если они от этого счастливы, они ничего не хотят менять, они счастливы. Они там получают от жизни все, что хотят, со своим телевизором в обнимку и чипсами. Ну, пускай они так живут. То есть в этом контексте я отношусь ко всем людям очень большим пониманием. Я ничего ни в коем случае не хочу никому навязывать. Пускай люди живут так, как им хорошо. Но, то есть вся вот эта информация, которую я даю, направлено на то, что есть и другие люди, которые просто ищут какую-то информацию, как им изменить жизнь, но не могут ее найти и не могут понять, что положить в основу своего здоровья, на чем построить фундамент своего здоровья. И именно для таких людей я даю эту информацию, чтобы люди понимали, к чему ведет их путь всеедения. И к чему ведет их путь сыроедения. В этом месте я могу рассказать, как с этим у нас обстоит ситуация в Томске, где пока я проживаю на данный момент. То есть недавно был репортаж на сайте, я прочитал, одной журналистки большим стажем по поводу Томского онкоцентра. Так вот, совершенно свежая статья, что он там написал, у нее да, была такая проблема, к счастью, которую вроде бы как на данный момент у нее все нормально, но все равно все под большим вопросом. И она писала огромную, очень интересную статью, так как она журналист, что происходит в Томском онкодиспансере. То есть это, конечно, не для слабонервных. То есть нужно здесь отметить какой момент. Во-первых, там не хватает постоянно стульев. Очень огромные, большие очереди. Людей, которые приходят на прием. Статистика говорит об их постоянном увеличении. И более того,
я уверен, что дальше будет все еще веселее, в кавычках. Поэтому тем людям, которые не являются сыроедами, а именно только это, если, конечно, они не едят ГМО, является гарантией того, что рака и сердечно-сосудистых заболеваний у вас никогда не будет. То есть, если вы практикуете правильное сыроедение, именно правильное, по правилам, не употребляете ГМО-продукты, то все вот эти заболевания, они у вас будут исключены. Более того, не просто исключены, у вас будет наивысшее состояние здоровья. Если это вам нужно, то вам нужно становиться сыроедом. Если это вам не нужно, и вы хотите, там, допустим, умереть от рака или от сердечно-сосудистых заболеваний, что составляет гигантскую вероятность, если их взять вместе, то это примерно будет вероятность смерти конкретного человека, ну, 95%. То есть, если его это устраивает, то нет проблем. Значит, пускай он дальше ест чипсы и смотрит телевизор. Будет, пускай он будет счастлив. Но есть люди, которые не хотят такой участи. И именно для них и предназначена эта информация. Поэтому здесь нужно просто сделать выбор каждому человеку. И я желаю, чтобы он у каждого человека был правильным для него. Ведь взять даже вот эту вот проблему рака, да, в России, допустим. Вот если слушать лекции врачей, которые, нормальных врачей, которые в теме, они говорят, что раньше они ездили, когда они проходили практику, посмотреть в онкоцентр, в какой-то другой район, чтобы увидеть ребенка там, с этой болезнью, то сейчас эти центры переполнены. И статистика идет, она идет чуть ли не в геометрической прогрессии. То есть, если вы посмотрите сами данные, то вы это все увидите. И поэтому я уверен, что у вас в окружении тоже, если раньше это было из ряда вон выходящее, то сейчас это уже норма, и это никого не удивляет. Поэтому, если кто-то из знакомых, допустим, у меня там говорит, что у кого-то нашли рак, то это нормально. То есть это закономерно, допустим, в 60 лет. Почему? Очень просто. Смотрите, вот как на самом деле красиво сделана наша реальность, где каждый день у нас наступает утро. То есть, если быть немножко философом, то можно рассматривать каждый день в человеческой жизни как новый шанс все изменить. Таким образом, если человеку исполняется 60 лет, то это более 200 тысяч дней. Грубо говоря, если мы даже разделим на 2, это будет, там, допустим, возраст осознанности с 30 лет, ну, скажем так, для простоты, то у человека с 30 до 60 лет есть 100 тысяч, ему давала жизнь 100 тысяч шансов, чтобы все изменить. И если в этом возрасте у него начинаются такие необратимые изменения, которые ставят его здоровье под очень большой вопрос в дальнейшем, то я считаю, это закономерно и нормально. А где он был? Где ты был все эти 60 лет? Чем ты занимался? Почему ты занимался чем-то, а не своим здоровьем? Тебе дали 100 тысяч шансов, чтобы все изменить. Поэтому, если у кого-то находит рак, то это нормально. Только детей жалко, которые ни в чем как бы не виноваты. То есть, если взрослый полную ответственность несет за свою жизнь, то детям, конечно, если про детей отдельный разговор, на средний в том числе. Как говорится, вот пришли двое к мудрецу и говорят, после того, как у них родился ребенок, и говорят, когда нам начинать воспитывать нашего ребенка? И мудрец им сказал, вы опоздали на 9 месяцев. На самом деле, даже мудрец ошибся, не на 9 месяцев они опоздали, а как минимум на 2 или на 3 года. То есть, чтобы получить здорового ребенка, нужно готовиться к этому намного загодя. И знаете ли вы, например, что если женщина не является сыроедкой, то она кормит своего ребенка
То есть в грудные железы выходят лимфатические протоки. И во время грудного кормления ребенок, спасая ее от рака груди, высасывает из оттуда гной. И, как правило, у тех женщин, у которых есть двое детей, не бывает рака груди. Потому что ребенок ее спас и высосал весь гной. Потому что вот эти высокобелковые компоненты, мясо, молочка и так далее, они откладываются в полостях, как сейчас стало известно, в разных у человека, и в том числе вот все это передается ребенку через грудную железу. То есть вырастить, родить и выносить здорового ребенка при том условии, что его мать не сыроедка, невозможно. Он изначально уже будет больной. Изначально, казалось бы, только родился еще вот. Но он уже, у него уже грязная кровь. Понимаете? Так все непросто. Поэтому, как говорится, самое большое зло – это невежество. Поэтому уделяйте внимание вопросам здоровья и вот этим вещам. Самое пристальное внимание – приоритет. Особенно, когда это касается детей. Денис, расскажи, пожалуйста, о своих ощущениях при переходе с традиционного вида питания на новый вид питания, на сыроедение, на моносыроедение. Какие были ощущения, что изменилось в организме? Да, конечно, я хорошо помню эти ощущения. Первое ощущение, самое главное, это ощущение постоянного голода. То есть сколько бы я ни ел, мне постоянно хотелось еще неудовлетворенность тем, что ты съел. То есть ты съел, но не наедаешься. Вот эти первые ощущения были. Потом уже прибавилось к этому. У меня это произошло практически сразу. Большое количество энергии. Очень большое количество энергии при совершенном отсутствии силы. Но энергии было очень много. Поэтому я стойко переносил эти все моменты. И даже не задумывался ни о каких срывах абсолютно в голове, потому что я готов был заплатить любую цену за то, что я получу в итоге. И, конечно, я нисколько об этом не жалею. Я был бы готов заплатить и тройную цену того, что я заплатил, в плане того, что я сейчас получил. А как ты чувствуешь себя сейчас? Сейчас, когда прошло уже 3, почти уже 4 года твоего сыроедения, твоего моносыроедения, вот какие ключевые изменения в твоем организме произошли? Ну, здесь можно сказать, что каждый год приносил определенные свои изменения интересные, но последние 2 года этот эффект только усиливается. И вся энергетика находится на максимальном статистическом уровне. То есть все характеристики улучшаются. Но сыроедение можно рассматривать лишь как основу вот этой вот своей жизни. О чем я сейчас говорю? То есть если, допустим, вы строите небоскреб огромный на каком-то болоте без фундамента, то у вас все туда рухнет. То есть вот именно сыроедение, оно, на его основе можно сделать этот мощнейший фундамент, на котором можно делать все, что угодно. То есть кем бы вы ни были, ваши все проекты будут многократно усилены той мощностью, той мощью энергии, которая у вас появится после перехода. Денис, я знаю, что и при моносыроедении, и сыроедении также необходимо правильно выбирать продукты питания. Вот в пользу каких продуктов питания необходимо делать выбор при правильном сыроедении? Если говорить о начальных этапах сыроедения, то здесь нужно задать себе вопрос, на какие задачи нам нужно решить на этом этапе. Их 2 основные задачи. Это избавить организм от токсинов, которые накопились за всю предыдущую жизнь, и сформировать высокоэффективную микрофлору. Как ответить на первый вопрос? Для того, чтобы кривая вашей эффективности при переходе резко пошла вверх,
вам нужно, чтобы ваш организм на момент очистки был, на момент перехода, был уже, в нем были произведены необходимые чистки. То есть в обязательном порядке, если вы хотите эффективности, нужно почистить кишечник и печень. Вот. Для того, чтобы обеспечить беспрепятственный вывод токсинов из организма. Если же этого не будет сделано, ваш переход существенно затянется. Если эти чистки уже сделаны, на которых мы сейчас не будем останавливаться подробно, то что в первую очередь будет способствовать выводу токсинов из организма? Это, конечно, употребление большого количества воды. Но воды не простой, не бутылированной. Потому что бутылированная вода, которая продается в магазине в голубеньких бутылочках, на самом деле это довольно большая проблема. И как показывают исследования и тесты, там не то чтобы ей какие-то оздоравливающие эффекты получить, ее даже пить опасно. Поэтому если у вас вообще ничего нету, то тогда хоть посмотрите какие-то исследования, но и лучшую из бутылированной воды тогда покупайте и, собственно, употребляйте. Но гарантии того, чтобы вот этого перехода, это, конечно, будет у вас дома, если это городские условия, то это установка обратного осмоса. То есть там вы получаете практически дистиллят на выходе, то есть он сделан только по другому принципу. Это не дистиллят, но вода близкая к тому по своему смыслу. То есть там в ней практически ничего нет, она идеально чистая. Вот. Но над ней нужно сделать дополнительные еще манипуляции после того, как она уже у вас будет отфильтрованная. То есть что с ней нужно сделать, чтобы довести ее до ума, чтобы получить нужный эффект. В простейшем случае ее нужно заморозить, ну, хотя бы два раза. И после этого, собственно, это будет уже вода, которая принесет вам большую пользу. Что еще можно сделать с водой? Если после обратного осмоса ее также можно активировать. То есть купить хороший активатор и с помощью электролиза, то есть процесс электролиза, то есть у вас будет вода уже с необходимыми человеку характеристиками. Вот. И такой воды нужно пить в день 2,5 литра. В среднем, на средний такой вес. До 3 литров даже. Очень хорошо. Это такие средние цифры. То есть утром встаете, ну сколько, 3 стакана воды обязательно туда положите. Для пущей эффективности лимон. Мед можно хороший. Вот, с хорошего качества. Диастазное число у него должно быть как можно выше. Вот. И, собственно, стакана 3, это нормально, это кажется много, нет, это немного. Вот, эта процедура очень хорошо подготовит ваш организм, потом зарядку и так далее, все по плану. Вот. Но с этого нужно начинать день и в процессе дня также употреблять очень много воды, и что будет в максимальной степени способствовать эффективному вашему переходу. Это первый момент. Второй момент. Нам нужно сформировать эффективную микрофлору в кишечнике, что будет также в большей степени этому способствовать. Естественно, этому будет способствовать переход состояния из организма, из состояния слабо или сильно закисленного, как это классика при переходе, когда человек переходит, в состояние слабого алкалоза, то есть слабого защелачивания. То есть это нужно для того, чтобы здесь нужно, если кто не в курсе, нужно как погружаться в теорию и объяснять, что внутренние среды организма имеют определенный уровень pH, и все внутренние среды. Но, как правило, организм хронически закислен, и поэтому при переходе, и поэтому нужно привести его вот в это вот состояние отщелачивания, и этому в большей степени будет способствовать употребление человеком зелени и овощей, потому что в зелени находится очень много незаменимых минералов, что будет способствовать этому максимум в большей степени. Таким образом, что это нам даст? Вы как можно быстрее перейдете вот в это вот состояние отщелачивания организма, что, собственно, и будет способствовать
вашему скорейшему переходу. То есть употреблять вот такие вот продукты, если можно их так назвать, из овощей, что можно порекомендовать, это капусты всех видов, в первую очередь брокколи, конечно же. Можно употреблять зеленую гречку также, пророщенную. На первых этапах тоже будет очень хорошо. Вот. Ну и, конечно, употреблять фрукты. Фрукты, нельзя сказать, что их нужно исключать, но их нужно употреблять как бы с умом и не употреблять их в большом количестве без зелени. То есть зелень должна быть постоянно в рационе. Вот. Вот такие вот можно дать рекомендации, основные такие вот, что важно учитывать при переходе. Ну, какие фрукты покупать? Естественно, покупать нужно фрукты из России, в крайнем случае из СНГ. Не покупать какие-то фрукты издалека, захимиченные, запарафиненные, ну и так далее. В каком плане, что там видно, что какие-то яблоки непонятные, которые не портятся, по 5 лет лежат. Вот, и лежат, и им ничего не делается. Конечно, нужно покупать по возможности свое. Вот такие основные рекомендации можно дать, важные, которые нужно учитывать при переходе. А расскажи, пожалуйста, о своих пристрастиях к каким-либо продуктам, что ты больше всего любишь? Ты знаешь, Кира, раньше я вот первые 3 года я ел много, 2-й, 3-й особенно, 4-й тоже. Ну, первые полгода я ел очень много помидоров, арбузов, как известно из моих отчетов. То есть на этом я нарастил всю свою мышечную массу. Вот, это вот такие были у меня любимые продукты. Сейчас же все это как бы более рассеялось. То есть мне, в принципе, нравится все. Но наиболее, которые мне больше всего нравятся, это те же арбузы. Нравится очень сильно авокадо. Я люблю мандарины, виноград. Ну, там всего помаленьку и все по-своему классно. То есть все мне нравится по-разному. И в разные периоды времени организм также хочет разного. Конечно, орехи я, естественно, уже не употребляю очень-очень-очень давно. Вот. Также употребляю в последнее время частенько кунжутное молочко. Мне очень нравится еще туда немножко меда добавить на блендере. Очень вкусно. По виду вот прям молоко как напоминает с пенкой. Прямо такая пенка. Она очень красивая, белая такая. И эта штука очень вкусная и полезная. Вот такие вот у меня предпочтения. Так заложено стандартами нашего общества и мышление нашего общества таково, что считается, что без мяса мы не сможем активно тренироваться, наращивать мышечную массу. Я знаю, что ты и при сыроедении занимался активно спортом, и тебе удавалось наращивать мышечную массу. Расскажи, пожалуйста, как такое возможно? Откуда берется энергия, если ты не ешь того, что едят в нашем традиционном рационе? Ну, на этот вопрос можно ответить. Оттуда же берется энергия. Откуда она берется у огромных слонов, огромных горилл, и огромных бегемотов и так далее. То есть микрофлора все нам синтезирует прекрасно. Вот. Это как дополнительный наш источник. Микрофлора нам дает лишь дефициты, которые нам нужны. А основное количество энергии мы получаем из концентрата солнечной энергии из плодов. Вот. Потому что если, допустим, какой-нибудь обезьяне или корове нужно очень много насыщаться вот именно бесконечно долго вот этой травой, то человеку достаточно, то есть ценность питательная травы и плодов, она, ну, это небо и земля. То есть для того, чтобы корове получить столько же энергии, ей нужно гораздо там больше съесть десятков килограмм этого же силоса, травы какой-то. А в нас, вот в этих плодах содержится концентрат солнечной энергии, поэтому нам ее нужно гораздо меньше, а энергия она дает гораздо больше.
И хватает, естественно, на все с головой. Энергии просто валом. Денис, и после того, как ты занимался активно спортом, качал мышцы, ты перестал это делать, ты перешел на более легкие программы тренировок. Это воркаут, это работа со своим собственным весом. Расскажи, пожалуйста, почему ты сделал выбор в пользу менее активных тренировок? Очень хороший вопрос. Он очень объемный, на него можно долго отвечать. Я постараюсь маленько его сжать вот, в своем ответе. Дело в том, что, да, как вот у меня все происходило при переходе. Сначала я превратился в нечто, в такое нечто, которое мои знакомые меня не узнавали на улицах. Я был очень худой, на моих руках были кости, обтянутые кожей. Вот, я был такой бледный, как привидение. У меня было много энергии сразу же. То есть энергии было много, но ни о каких занятиях качем речи не шло совершенно. Потому что первый год я курил бамбук. То есть я ждал, пока у меня появятся силы. То есть я гулял очень много там. Вот, но я мог поднять только гриф. Больше мне было нереально что-то сделать. Вот, и со второго года я начал... То есть первый год прошел у меня, и я начал заниматься. У меня поперла энергия и сила. Самое главное, появилась сила и энергия, и мое тело запросило, оно буквально взмолилось, дай мне нагрузку. Вот, и я купил домой полностью все железо, которое только можно было купить для занятий, все, что нужно. И начал интенсивно заниматься, потому что меня просто разрывала энергия. Вот, то есть я занимался по системе классической по наращиванию массы, то есть это, как известно, по трем базовым упражнениям, по сути дела, пауэрлифтинская программа, жим, становая тяга и присед со штангой. Вот эти три упражнения я делал очень долго, по-моему, полтора года, только их делал. И притом я делал их очень качественно, без каких-то перерывов. И без пропусков. У меня не было такого, что я устал, нет. Должен сделать. И полтора года я так занимался. Ну, что я могу сказать? Можно ли нарастить мышечную массу на сыроедении? Ответ – да, можно. Но ценник будет совсем другой. Но что произошло потом, после того, как, да, я ее очень старательно как бы наращивал, эту мышечную массу, ел очень много, у меня была идеальная дисциплина. Вот. И после того, как... Что произошло в дальнейшем? Во-первых, есть такое понятие, как колесо жизни. Оно состоит из многих сфер. И вот эта сфера накачивания мышечной массы, то есть она настолько дорого мне обходилась. Почему? Потому что я должен был хорошо высыпаться. Я должен был есть, когда я не хочу есть. Я должен быть есть до, я должен есть после. Я должен. Если я не выполняю какое-то одно условие, резко идет уже либо плата, стагнация, да, то есть, либо начинается, ну, как-то вот падение результатов такое идти вниз. Если ты, допустим, не выспался, ты уже не сделаешь сегодня нормы больше, чем вчера. Сделаешь столько же, у тебя будет поэтому. И гигантское количество сил и ресурсов я тратил на это дело. Мне это нравилось заниматься, да. Но дело в том, что очень сильно страдали другие сферы. Но что произошло потом? Потом у меня начался такой период, когда мне нужно было это дело отставить. То есть у меня не было под рукой железа, я физически не мог заниматься. Я просто был занят другими делами. То есть совершенно. Вот. И вся моя мышечная масса, ее за 2 месяца не стало. То есть я не превратился в того, кем был на начальных этапах. То есть я просто, она, если я вот так вот ногу у себя не мог ухватить, абсолютно обхватить, когда я занимался приседом со штангой, то сейчас я спокойно ее мог уже обхватить. То есть тело просто стало нормальным. И поэтому потом у меня в голове кое-какие изменения произошли, и я уже не хочу, вот буквально у меня вот
Я уже не хочу мышечную массу, даже если бы мне ее просто подарили сейчас. То есть мне бы сказали, какое тело ты вообще хочешь. Я бы выбрал тело, мне уже не нравится тело качка, я не хочу такое тело. Я не хочу много мышечной массы. Мне сейчас нравится тело, ну, если кто-то смотрел фильм, ну, из известных там, допустим, взять там 3 метра над уровнем неба. Фильм такой был, по-моему, так он назывался. То есть вот там тело, да, у главного героя, оно не качковое и не такое худое, да, оно нормальное, вот именно то, что я сейчас хочу. И в полной мере это дает воркаут. То есть здесь нет таких очень больших нагрузок на позвоночник. И самое главное, что здесь много плюсов у такого расклада. Во-вторых, что такое вот выносите вот эту мышечную массу? Это клетки, которые постоянно хотят есть. А почему организм так быстро от нее избавился? При тех условиях, когда я перестал заниматься. Почему он так быстро от нее избавился? Потому что, если задуматься, то он посчитал, что все это, смотрите, он посчитал, что все это обременительно для организма. Организм же не дурак на сыроедении, он очень умно все понимает. А в природе как все устроено? В природе все устроено на максимальной экономичности. То есть, если это не выгодно, если это не нужно, то организм быстро от этого избавляется. Почему? Потому что это дополнительные вот эти вот все клетки и мышцы, они очень много требуют еды, ресурсов, говорят, дай мне это. А самый главный вопрос, для чего вот эти все огромные те мышцы? Ведь нам в этой жизни не нужно постоянно ими работать. То есть получается, что это всего лишь такой вот фетиш, что ли, что вот у тебя такие мышцы, и чтобы вот только их кому-то показать. И все. На самом деле, когда последний раз вам нужно было много там физической силы? Но сколько это все стоит, ресурсов и так далее. Вот ведь в чем дело. То есть все эти клетки хотят есть, соответственно, печень, другие органы должны работать в более жестком режиме намного, чтобы обеспечить такие огромные мышцы энергией. То есть, а для чего все это делается? А ради чего все это делается? Только для того, чтобы походить на пляже летом. По большому счету это так и получается. То есть мышцы нам не нужны. Нам нужна не сила в этой жизни, а нам нужна выносливость. То есть вот что нам нужно для того, чтобы, вот, допустим, у тебя есть какая-то задача, цель, и ты можешь ее очень-очень-очень-очень долго делать. Сыроедение в полнейшей мере это все дает максимально. То есть человек вообще не устает. Я вот не устаю абсолютно вообще никогда. То есть какие вот у меня сейчас результаты? Я занимаюсь довольно сбалансированно, и сейчас вот на данный момент без фанатизма, опять же, если бы я еще включил фанатизм, это были совершенно бы другие цифры, я могу отжаться 150 раз с небольшими промежутками времени. Совсем небольшими промежутками времени. Вот такие у меня сейчас результаты. То есть выносливости у меня вот так вот. И что позволяет мне эффективно достигать своих целей. То есть я максимально быстро могу достичь любых целей на такой платформе, которую я построил с помощью сыроедения, и которую можете построить и получить вы. То есть никакой другой человек рядом с вами не будет стоять по производительности, по здоровью, по эффективности, по той же выносливости, если это не сыроед или это неправильный сыроед, никто рядом с вами не будет стоять по этим характеристикам, даже в помине такого-нибудь. То есть высочайшая производительность. Вот что в первую очередь нужно. И действительно, вот даже если бы мне сказали, вот у тебя вот эти мышцы все равно не будут употреблять столько много ресурсов, не будут там насиловать, да, твои органы, дай мне эту энергию, я бы все равно это тело не выбрал, просто у меня сейчас в голове изменились приоритеты. То есть, и на вот последние 2 месяца я довольно активно качаюсь, мне, ну, как вот именно отжимания, турник, у меня есть гантели, вот, это вот основное, да, чем я занимаюсь. И мышечная масса, она также растет, и все это выглядит красиво, мне нравится. Самое главное, что нравится мне. Мне вообще не важно, что,
какие мнения у других людей. Мне главное, ну, чтобы нравилось мне. И этого же я желаю и вам. Самое главное, чтобы нравилось именно вам. Не важно, что скажут другие абсолютно. Главное, чтобы вы получали от этого удовлетворение, удовольствие, что это было, это мое, вот это ваше, это вот, это мне нравится. Что бы то ни было, там, тело, еще что-то. Не нужно ни под кого подстраиваться, а нужно делать так, как тебе нравится. И поэтому в данный момент воркаут меня полностью устраивает. Во всех смыслах. Здесь как бы даже такой плюс, что чтобы поддерживать необходимую форму, тебе достаточно, даже если ты в гостиничном номере где-то находишься, ты всегда найдешь, где подставить ноги и сделать упражнение на пресс, либо отжиматься. Да, даже можно найти место для подтягивания без проблем, поподтягиваться. Соответственно, если и мышечную массу также можно на этом наращивать. То есть тело, оно с мышцами, но качество их совершенно другое. Нагрузку можно увеличивать с помощью... Я вот, допустим, подтягиваюсь с отягощениями. То есть я себе навешиваю сюда блины, да, и подтягиваюсь. Вот так. И отжиматься, соответственно, тоже может кто-то сверху сесть. Нагрузка будет тоже очень немаленькая. И есть разные способы отжимания. Вот из этих соображений я нашел для себя идеальный вариант. То есть есть такие ребята, как Андрей Чернов, да, там, Артем Добромиров. То есть они тоже проводят интересные эксперименты, я за этим слежу. Если им это нравится, почему нет? Они хотят, им это нравится, пускай делают. То есть это как научный эксперимент. Вот я его провел 2 года, я знаю, как бы, что это дает и что можно получить на строительстве. Да, можно нарастить мышечную массу. Нужно есть, конечно, там другой режим питания будет, но определенно можно это сделать. Просто у меня сейчас сменились приоритеты. И то есть мое тело сейчас меня вполне устраивает, но еще бы чуть-чуть маленько над ним подработать, и для меня оно будет идеально. То есть оно уже сейчас идеально в плане производительности. Денис, а были ли у тебя какие-то ошибки, проблемы при переходе на строение? Чем бы ты мог поделиться с нашими читателями и зрителями, некоторые советы и рекомендации? Итак, какие же ошибки я совершал при переходе? В силу тех факторов, что на тот момент было очень мало информации по строению, кроме труда «Изюма», который я проглотил буквально за один день. Но это сейчас можно назвать пушкой по воробьям, стрельба. Но это было лучше, конечно же, чем вообще ничего бы, если бы не было. Вот, поэтому в соответствии с этим девизом «Ешь все живое, и ты суперчеловек», я начал так и питаться, ни про что не думал, никакие нюансы не соблюдал. Соответственно, какие ошибки я допустил? Во-первых, вот я не делал чистки при переходе, но был хорошо подготовлен, поэтому у меня все прошло довольно мягко. Второй ошибкой моей было то, что я съел первую же зиму гигантское количество кедрового ореха, просто очень большое, что также не способствовало скорейшему моему переходу, формированию правильной микрофлоры. Третья ошибка моя была то, что я пил очень мало воды. Я ее практически вообще не пил, не хотелось ее пить, а нужно было это делать. Вот такие вот ошибки я совершал. Теперь то, что касается рекомендаций. Ну, в ответах, которые я дал выше, я уже описал, какие перспективы с высокой долей вероятности ждут тех людей, которые не являются сыроедами и которые являются сыроедами. Также, какие перспективы их ждут в плане здоровья, самочувствия, мироощущения, яркости жизни, выносливости и так далее. Выбор делать только вам. Но здесь я также хочу сказать, что если вы, могу порекомендовать, вот, если вы уже вступили на этот путь, самое главное, что двигайтесь по нему. Если вы сейчас вообще питаетесь всем, начинайте исключать определенные вредные продукты. То есть больше включайте в рацион овощей, по очереди исключайте вредные продукты. Если у вас не получается, то все равно какое-то время погодя, если вам очень тяжело, опять возвращайтесь на этот путь, вам будет уже легче. И вы будете так вот постоянно двигаться, и за какой-то определенный промежуток времени, когда вы оглянетесь, вы уже сделаете, ваши результаты будут очень значительными по сравнению с тем, кто вообще ничего не делал. И таким образом, рано или поздно вы придете. Просто у некоторых идут к этому делу очень большими шагами, а некоторые очень медленно.
Это зависит от готовности человека, еще от многих факторов. Самое главное — двигаться в этом направлении, потому что по прошествии 4 лет, сейчас я вам говорю, что, ну, я вам гарантирую, что сыроедение, оно показано всем, это вне всяких сомнений, потому что это наше видовое питание. Но другой вопрос, что как к этому подходить некоторым людям. То есть здесь уже нужна консультация врача, ну не врача, а человека, конечно, лучше с медицинским образованием, но чтобы он являлся сыроедом. И такие люди есть, их сейчас становится все больше, чтобы он грамотно провел вас к этому переходу. Потому что есть люди с очень-очень большими проблемами. И им тоже показано, но им нужен особый подход. То есть особый переход. А обычный для обычных людей он, конечно, не подойдет. Он может все только усугубить, ухудшить. Здесь нужен мягкий очень переход. Поэтому нужно обязательно такое ведение, консультация. Вот. Но двигаться в этом направлении, конечно же, стоит. Я сейчас говорю вам по прошествии 4 лет, что никогда у меня не было энергии столько, сколько у меня есть ее сейчас. И она также продолжает увеличиваться. То есть все продолжает улучшаться. Не верьте никаким маловерам, паникерам и так далее. Я думаю, на сегодня это все. Всем успехов, здоровья, здравомыслия и, конечно, особо эффективного сыроедения. Всегда ваш сибирский сыроед. Всех люблю. До новых встреч. Пока-пока. Денис, спасибо тебе огромное за интервью. Здоровья тебе. До новых встреч. Друзья, только от вас зависит, каким будет ваше тело, каким будет ваше здоровье изнутри и снаружи. Если вы желаете всегда оставаться в форме, а также вместе со мной переходить на сыроедение, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!